Меня зовут Казаков Паша. Мне 21 год. А как давно ты попал в детский дом? Сколько лет ты уже здесь? Когда я был маленьким, мне было 5 лет. Я еще был в доме ребенка. В каком городе это было? Город... Радиус... Нижегородская область. Родился я. Родился я в 89 году. Родился. А ты что-нибудь знаешь о своих родителях? Кто они? У меня мама с папой отказались. Сразу в роддоме, да? Ну да, я сразу попал в дом ребенка попал. И в доме ребенка ты был до 5 лет? Ну да, я в доме ребенка до 5 лет был. А потом с 5 лет ты... Сюда попал в детский дом. Я последний ребенок в семье, нас шестеро человек. Была еще одна девочка, но она умерла от воспаления легких в годовом возрасте. Меня в детстве с рождения очень опекали. Ничего не позволяли делать, даже шагу не разрешали ступить самому. Все, чтобы... То, чтобы под присмотром родителей и детям своим они внушали, чтобы за мной постоянно наблюдали. И вот результат. Я вырос таким. Каким? Неумехой, что ли. К чему не способна. Да ладно. Сумочку туда поставить, если это мягко, как удобнее, поймет совсем с так духом. Ладно, располагайся. Здравствуйте. Как у вас дела? Ой, как хорошо. Жив-здоровый? Жив-здоровый. Подготовишь нам очень интересную проповедь завтра? Пожалуйста. Я стихай попробую, можно разберу взять. Ну давай посмотрим. Ты же помнишь все стихари свои на ощупь, правильно? Ага. В стихарях бывают только две разные. Это у нас кто? Илья. Давай мы посмотрим этот желтый стихарик. А там они подписаны же должны. А? Подписаны. А вот нормальный желтый. Ну смотри, по размеру вроде. Давайте. Если батюшка не отбьет. Да. Ну, он просто по размеру. А мы сейчас съедем, чтобы свежим задолго. А то у меня тоже желтый. Стой, подожди. А, Коля К здесь написано. Илья. А, вот он. Илья, да, возьми. Юмрам мой, Илья. На, собирай, держи. Это Коля Дюков. Паша больше нет. Не будет. Уехал, да? Навсегда. Скоро. В среду поедет. Благословен Бог, наш всегда будет песня на веки. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веков. Аминь. Если ты, кто раз помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посетители немощь нашим, имя Твоей Граде, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Бессмертному Богу, веки веков. Аминь. Отче наш, и Иисусе на небесе, да светится имя Твое, да будет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
обличишь меня ниже гневом твоим, накажешься меня. Я кострю твоя, узошь во мне, и утвлю сильно на мне руку твою. Не исцеление плоти моей, от лица. Боги неограничены в своих способностях, может быть, не могут видеть или не могут слышать. Или они находятся в таком пограничном состоянии умственного развития или задержки психического развития. Но участие в таинствах, общение с разными людьми, оно как-то выравнивает и проводит своего рода такую коррекцию их психического развития, умственного развития, их мыслительные, волевые операции, эмоциональная сфера начинает делать, так скажем, такую настройку, наверное, входить в резонанс с внутренним миром здорового ребенка или обычного взрослого человека. Тебе нравится, Паш, ходить в храм? Да, очень нравится ходить в храм. Скажи, а ты в храме помогаешь, ты что делаешь в храме? Чем занимаешься? Панамаришь? Апостолы читаю, шестопсалмы читаю. Шестопсалмы я читаю вечером на сегодняшнем дне, а апостол я читаю на литургии. Паш, а как ты думаешь, вот, а для чего надо, ну, человеку ходить в храм? Вот как ты считаешь? Для того, чтобы Богу, я помню, чтобы Богу служить. И надо чаще молиться. За всех друзей, за всех воспитателей. Надо за всех молиться. А зачем это надо, как ты думаешь? Зачем? Угу. Для того, чтобы Господь дал жизнь нам дал там, чтобы мы долго жили там. Не просто по примеру подражания, по какому-то, наверное, желанию быть похожими на тех, кто им нравится, с кем им хочется общаться. Вот, они стараются быть лучше, стараются быть достойными того общения, которое им преподносят. Вот, это вот желание быть лучше, оно в храме как раз-таки является одним из таких стимулов, которые постоянно поддерживают и священники, и все, кто им помогает. Вот это желание быть лучше, это и есть та коррекция, та терапия, которая с человеческой стороны нами предпринимается. А то, что предпринимается и как благодать действует в таинствах, это уже нам не подвластно, мы только можем наблюдать со стороны, что здесь становится умиротвореннее, спокойнее, взаимопонимание какое-то между ними налаживается, с ними наладить можно быстрее. Поэтому вот такой обоюдный процесс действия простой человеческой педагогики и действия благодати, оно дает свой результат. И одним словом можно назвать, конечно, коррекцией, но это будет все равно не в полной мере выражать, потому что назвать действие благодати коррекцией, которую делает человек, нельзя. Тут действует Бог, а человек ему соработник и помощник. Вот в этом плане, конечно, церковная жизнь и церковное таинство это лучшая терапия, лучшее лекарство и лучшая коррекция для любого больного или здорового человека. Расскажи, что в твоей жизни храм? Почему человеку надо вера для чего? Для души, прежде всего.
чтобы быть всегда с Богом, чтобы мысли свои, чувства сам вести без остатка, был с Богом. Только тогда ты будешь спасен, и когда придешь в лучший мир, тебе будет все дано, против всего слов, которого у тебя сейчас нет. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, да одеться и Отечества, сегодня первая неделя подготовки к Великому Посту, неделя обрядов и фарисея. Вы сегодня в Ивановском чтении слышали притчу обрядов и фарисея. Фарисей – человек, фарисей – очень важный человек, который соблюдает все Божьи законы, и он стоит как бы во главе духовного лица. Мытарь сборщик, которого очень многие не любят и презирают. Однажды эти два человека пришли в храм, мытарь и фарисей. Фарисей думал, что имеет полное право, и стал в главе храма и стал молиться. Господи, спасибо, что я не такой, как все. Не вор, не убийца, особенно не такой, как этот мытарь. А мытарь молился по-другому. Он бил себя головой в грудь и молился о спасении своей души. И вышли они из храма, рассказал Господь ученикам, что мытарь был более оправдан, нежели фарисей. Почему вот так? Господь мне говорит, что фарисей вообще был изгнан из храма. А мытарь оправдан. Да, фарисей соблюдал все фарисеевы законы. Но он был горд. И Господь ему дал время как бы на исправление. Ты хотел бы видеть, узнать, что это такое. Но ведь я от рождения незрячий. Я себе даже не представляю, что это такое. Я привык с этим жить. Но я бы хотел слышать. А видеть? Наверное, это хорошо видеть. Видеть свет, окружающий мир. Читаю притчу так же. Ну, про проведение надо начинать все.